свете, яконе, лепое с мужу. Ну, паки, и возвеличу тебя, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресно, и во веки веков, аминь. Да радуется тварь, да веселятся все земнородние, враг Бог пленился, пленися, с мира жены, да слетает Адама Бог, Евою, избавляем, избавляюсь родно, и в третий день воскресну. Ибо ничим же отшитивается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, никто же сумняся, ничто же бояся. Аще кто точию достиже, и вот едино на десятый час, да не устрашится замедлением. Любочестив басы владыко, приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает видено на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же кубо внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду примите, богатые и убозие друг со другом ликуйте, воздерженицы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся возвеселитесь днесь, трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный никто же да изыдет алчей. Все насладитесь пира веры, все восприимите богатство благости, никто же дорадает убожество, явися во общее царство,
Никто же да плачет при грешении, прощение бо от гроба воссия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть. Угаси ю, иже от нея держимый, плени ада, сошеды во ада. Огорчи его, вкусивша плоти его, и сие предприемый Исаия возопи. Ад глаголит, огорчися, сред тя доле, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися, огорчися, ибо связася, прият тело и Богу приразися, прият землю и среди небо, прият еже видяше и в паде во еже не видяше. Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси. Воскресе Христос, и подошат демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос был восстав от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и господина нашего Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда мне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, всех где предстоящих, поющих и молящихся, жертвователей, благоустроителей, благоукрасителей святого храма сего, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, диаконом, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, в ночь, пронизанную божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании. Христос воскресе! Христос воскресе! Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти 2000 лет назад в лоне святозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно, для ограниченного человеческого разума ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии. «День воскресения Господа нашего Иисуса Христа, основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение дьявола. В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподоблявшего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Читаем мы в апостольском послании к Коринфянам. Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска живого Бога. Ибо по слову Священного Писания, Господь нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему. И Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Эти напряженные условия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную жизнь и жизнь с избытком. Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком. И теперь, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный божественной славой, воскрес в третий день и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых. Да будет сам вся во всех первенствует. Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напитаться воды, текущей в жизнь вечную. Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, который на небесах. К сожалению, злая человеческая воля и дьявольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью, и потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же мы усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником воскресения Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Его возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Воистину Христос воскресе! Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2017 год, Успенский Патриарший Собор Московского Кремля. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается артос сей. Окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.